Поздравления главы региона в этом году прошли в непринужденной обстановке в формате беседы с женщинами-предпринимателями области. Развивая свое дело, бизнес-леди внесли весомый вклад в развитие родного края. Кроме того, глава региона поздравил женщин, отличившихся в своем деле. Они в ходе встречи удостоились наград президента Республики Казахстан. Выражая слова благодарности слабому полу за их нелегкий труд, Ундасын Уразалин отметил, что во многом успех любого мужчины заключается в сильной женщине. Присутствующие предпринимательницы слабого пола поблагодарили за приглашение на мероприятие, а также поздравили всех женщин с предстоящим праздником. Поздравил женщин разных профессий, разнорабочих и заслуженных пенсионеров аким города. Асхат Шахаров, открывая мероприятие, вручил многодетным матерям подвески Алтын Алқа и Кумыс Алқа и поздравил всех присутствующих с Международным женским днем. Говоря о нелегком труде, можно вспомнить тех, кто трудится наравне с мужчинами на благо малой родине, принося огромную пользу окружающим. Есть и те, кто находится сейчас на заслуженном отдыхе, проработав всю жизнь в той или иной профессии, отдавая всю себя любимому делу.
Завершилось мероприятие красочной концертной программы в исполнении юных жителей Актобе. Динара Абдуалиева, Азамат Сауханов, телеканал Актобе.